Выставишь потом на панели тут фир. Также Дилбов тоже выставляет фир на панель. Сап. Чё, смотрите, подождите, я, короче, сейчас в инст зашел в этом фулгерном шмоте случайно. Будем его обновлять или нет? Ой, бля. Да, давайте обновим. Видите, все, я тоже с накидками зашел, так что лучше обновить. Хотя это все бредня. Проверка шмота идет только во время боя. Ну, давайте, так сказать, не рисковать. Вы поняли в прошлый раз ошибку-то свою? Смотрите, первый трэш вылазит на Ануби. Смотрите, первый трэш вылазит на Ануби, мы его сливаем. Второй трэш мы контролим. Третий снова сливаем. Рейс, выйди из инста. Он написал, типа, что там загоняет. Пойдись пока тут. Чтобы время отломить, да? А вы куда вышли? Выйди. Обновляй. А этот шмот, он катит на этот, на ульду? Нет, 245, там 226 надо. Пушки, щиты 232 можно. А чё, кстати, сегодня будет ульда? Ну да, должна быть. Я пока не могу использовать эту способность. Доволен, да? Значит, как поступаем? В первом боссе я мутант, становимся друг напротив друга. Первой ЛПшкой я агрит Ваня, я забираю на полный меня, я получаю первый стак. Еще танчу некоторое время, потом забирает Ваня. Набирает два стака, у меня спадает стак, я опять с него забираю, и все. Там, если мы все-таки сделаем, я заведу твина на сундук, хорошо? А, не заведу. Забей. Хватит, я просто ретрик кашки, полипалку, лакима на реге. Проверьте еще раз весь шмот. Может быть, мне мага завести, инту бафнуть, не? Давай. А нам всем надо выйти, я думаю. А Войда можно вывести? Или Норексиса? Все равно инту так, мы же только с ОВХ инст обновляли, у меня как бы маг, ну, целокашном шмоте. А ты полностью можешь шмот снять. Да забейте, интеллект мне собовал. Какая разница, шмот считается как перед началом боя в бою. Забиваем, да? Забейте на интеллект, ничего, у вас интеллекта мало что. Ребят, подождите, мне звонят. Просто не надо выходить по тысячу раз, потом забагается, повесится КД, полчаса придется ждать. А, этот, Дилвайс, бафни, слышишь, у меня, короче, блин, кулак вкачанный. Ты чё бафаешь, кулаки или каски, Дилвайс? Он каски бафает. Мы наоборот все сделали. А тут. Все готовы. Сейчас я чекну еще все. Чё, Валера, сколько РП? Полипала, три бисовые шмотки. Это шмотки, которые идут на ДФБ. Это победа. 1048. 74%. Саня, накидку сними. Жмок. Чё, Валера, у тебя только 2-10? Ой, 2-1-9 вообще.
На бесполезно. Призыв серебряного авангарда. Я понял. Колебания откликнулись на него. В этом колизее вам паски выпить. А сейчас сколько хилов? 3 хила. 3 хила и надо еще. Я не понимаю, зачем мы в 3 хила играем. Это да, ну было, ладно. А на Анубе сколько хилов будет? На Анубе сколько хилов будет? Да, где на Анубе? Почему без фласки? Давайте фласки пейте все. Я самогон лагает еще. Давай, Ваня, забирай первый, я тебе стяну. На меня на пол. Более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Все, да. Не-не, я лагаю. Давайте заново начнем. Да, лагает он. Толку от БРа. Бейте правду. Смотрите, писанул, что. Оскол. Давайте эти полагают, мы вас заменим. Или заболните интернет, не поздно. 5 минут. Да у меня этот аддон ЕПГП включен, блин, только сейчас заметил. Но у меня ЕПГП мало, блин. А чего у Иры так мало ДПС? Что ШП без шмота не дамана? Да не, в прошлый раз ШП на первом месте был по ДПСу. Ну что-то у всех он 5, а у меня 3. У нас спек не переделало. Заходите, выходите. Да, спек не переделанный. Ира, может сбегаешь там? Спек сделаешь себе. Ничего у них со спеком нету. Ну у нее прозрыв разума не вкачан. Ну, вообще-то очень даже причем. Там же ротация меняется. Скажи, что там переделать. Ну, я не помню, что нужно убрать. Я знаю точно, что 5 талантов должно быть пытки разума. Это типа тот же спек, который был до Т10. Ну что там, заходим, нет? Нет. Ира, ты здесь? Нет. Перебьешь себе спек, нет? А что сделать надо? Спек сделать под Т9, под ДФБ. Ну хорошо. Там немного... Скажи, что поменять. Я не знаю, сейчас спросим у этого злого. Смотри, как у Крейзи Брейна. Как раз ошибки исправлю, то я надел 2 тринки, у которых общее КД. Я пока реловность отключу лишнее дома. Как раз, Алина, привези мага. Бафнем инту здесь. Да, не Алина. Фу, Лина. Портуйся, привези. Гримар. Не убегай, я сейчас пострел.
Я сейчас могу пати кину, пожалуйста, суммоните его. Хотя он вроде тут. Прям один кто-нибудь ко мне. Он тут у входа стоит, камень. Вижу, как раз по входу возле камня стоит, так что забей. Я его не уводила отсюда. Все, пойду передаю. Да, он у меня тут стоит. Ну ты там скинешь, здесь докидаешь. Crazy Brain сюда же можно сумануть просто и все. Давай. И тут же посмотришь. Я же посмотрел сейчас. А где маг? Мага сумануть? Уходу. Так, Фира, тут вот маг. Здесь уже, да? Да, я здесь. Классный маг. Научиться бы им еще играть, а общаться на Биму не было. Ой, да что там играть, одна кнопка? Ну, тем не менее, у меня не получается. Вешаешь на босса эту бомбу. Ну, уже что-то сколько раз рассказывали, я не хочу ходить в рейд. Вот у меня 6 КГС мне хватит. Ну и правильно. Вот у меня тут чешечка геровская, талик геровский, вообще красота. Задонатила? Ну, это не мой маг, так что... Так что кто-то задонатил? Да. Ну, то есть, типа, маг... Ну, типа, мне его подарили, можно сказать. Я тут себе алхимию вкачала, травничество, травку им фармлю. Засала. В каком-то смысле, да. Это маг моего парня. Ну, мы так и поняли. Нет, Ваня, это не маг Войда. Я бы такой ник не придумал. А у тебя был бы какой-то Void Conley. Не-не-не-не. Void Dragon какой-нибудь там. Где Void Petal? Void Fireball, Void Fire. Void Gamagay. Зло, что-то оригинальные шутки закончились. Все какие-то геи, гомогеи. Ну ты ж гей, бля. Че правду-то скрывать? А вот я, кстати, думаю, а мифрил часы можно? Типа, в какой обнове появилась возможность их покупать? Кого? Мифриловые карманные часы. Они же не падают, их можно только за эмблем покупать. Я почему? Думала... Они еще при Наксе были. Так что можно. Окей, окей. Не, я просто, типа, я же не знаю, при какой они обнове. Мало ли. Они с Наксрамаса еще. А я бы, кстати, тогда купила себе приню вместо. Вот, типа, тоже за такую. Кстати, же. А эти мобы на Нубараке, там же нежить, да? Да, да, да. О, так можно еще покаяние кидать и знание зла. Да, я же вам говорю. Мы распределим сейчас. Персия будет, допустим, справа, делать слева. Эти два моба с одной стороны, одного я ферану. И будем контролить. Ребят, суманете меня, я за тринь перебегаю. Я просто думал, что там другая обнова, возьму себе сейчас. А твои не очень, да? Ну, у меня что одна говно, что вторая говно. Я хочу какую-то, чтобы у меня она прокала. Персия, ну где ты там? Да тут я сейчас доставляю, я уже здесь стою. Кого там суманить? Никого не надо суманить. Ну, меня сейчас надо сумануть. Через минуточку. Через минуточку. Про ротации сказать тебе, не? Я пока отойду на эту минуточку, а то я закрыл. Ну, все так же. Вампирка, чума, слово тьмы, боль. Кастуешь вообще-то, пытку. Вообще-то. Как раз у тебя бурста идет. Прожимаешь один из фетишей. Кастуешь взрыв разума. Бьешь пыткой, пыткой, пыткой. Опять взрыв разума. Пыткой. И так обновляешь.
Все то же самое, просто везде добавляешь взрыв разума. А что ты не сказал, типа, после чумы пытку кастануть, чтобы 5 стаков было вот этого плетения? Это я так знаю. Пока отойду. О, вот это мне нравится, вот это вот неплохая тринька. Она ж прокает только от хила. Ну да, я ж хилю. А, направленного и постепенного исцеления. Я пришел в Сумбина. Что-то руки, главное, сложил. Ну, нет, чтобы на штурвал положить, это посложил там в коленке. Только вопрос, посоветуете мне вместо какой-то ее надевать? Пригните кто-нибудь. Ну, там какая-то колба зеленая лежит. Прикольная башка. Ну, погоди, сейчас приближу, еще посмотрю. Да. Это камень лучше будет. А, и там использование. А, мне нет смысла, просто две пружинные трини. У меня же что еще есть? Я сейчас посмотрю, на мампу есть вроде. Ой, я. Ну, может, талисман заменить. Вот связующий камень мне хотя бы манорек дает. Давайте. Бафать, да? Бафаемся здесь. Побафнула. Всех висит? Да. Жучок анкерарский. Его на классике вообще единицы получили. Да? Заходите в инст. Еще ты не вышла с магом, мне этот стол надо. Пожалуйста. Ну, выходи, я поставлю. Сейчас. Ну, я не буду ставить стол, я не знаю, как его ставить. Я тебе штрудели накрафчу. На 2 стака хватит. Мне тоже, да, один. Да, выпейте фласки, у меня есть, я дам, если вас нет. Короче, стою в центре, включаю компас. Спасибо. Не за что, я мага офа. Если буду смотреть на север, значит мы убьем сегодня ДФБ. Ну куда-то никуда, блядь. Север вон там. Бери их двух спать и полозе там. Так, все готовы, запускаем. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного аватара. Это первый танч? Без колебаний откликнулись. Первый танч и джесс. В этом колизее вам на полный джесс отдается. Ты меня семейный танк заберет. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут лапу дай. Серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Алина, повесь, ой, фу, Лина, повесь, пожалуйста, коленчики. Темных пещер грозовой гряды. Погон не врага, пусть он, короче, первый БР дает. Ой, герой! Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Он ведь сказал, что он первый БР давать будет. Полагается. Круге, ты напрасно тратишь наше время, паладин. Рестер, ори, если что, если у тебя с маной плохо. Или Саня, тоже ори. Забирай. Да, крафт, следующая крафт, я ордер делался.
И сейчас тоже комбин. Да, и как-то на мутанта. Мутант прожмись, кроме незабимости, все что есть. Пить и сноуболь, да. Приказ, слышите? Забирай, забирай, это муру. Трепанули. Резайте мутант, давай. И нарезай быстрее его. Окей. Фулл баф давайте. Дайте рост, сливаем звезду. Звездочку сливайте, ого. Сливайте звездочку. Лера. Что? Да ничего. Я черепнул. Не пробегайте. Могу как-то перевезти его. Так убьем? Да, и наверное. Нет, извини, мне вообще там по мне хахама. Да иди ты от меня. Сука, вой, ты еще дебил. Потому что ты за мной бегаешь. Ты, блядь, за мной бегал, я от тебя убегаю, ты давай на ногу. Короче, за самогон у нас могут быть вайп. Я предлагаю ли заменить его, либо варпа запустить. Нет, нет, это не нафиг надо. Нет, ну блин, бьет не ту цель. На какого вы червя бьете? Правого, левого? Везду, блядь, там. Бьем зеленого. Слотную тробу. Ребят, надо, наверное, там, не знаю, тотем, гимна ману, потому что вообще что-то не очень с мамой. Перси, спой, пожалуйста, гимн, тотем поставили. Спасибо. Самогон БР. Самогон дал БР Ветрику. Ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Просто ауру поставь. Сзади будет босса. Распределитесь так. Рестра справа, ты сзади, я слева. Угу. Распределитесь все. Зовут на меня. Молодец. Не достаю. Слишком далеко. Бабл поржал на всякий случай. Нафиг надо. Стоим так же. Угу. Я, кстати, у тебя нету ретрика, да?
фигово, я просто думала, что можно на второго босса и на третьего без, ну, без дополнительного хила. Хотя бы волшебный огонь и раскол брони, они же вроде не стакаются. Смотрите, смотрите, на кого бот, убегайте. Стакаются, ничего нет. Ну ты же разные по типу кастки. Надо бивать. О, Джезл, можешь персия взять, если у тебя нет. Саня, дай мне, пожалуйста, этот пирожочка. Ладно. Спасибо. А то я тебе дала, а себе не скинула. Бака. Дина, готова? Не, сейчас, подожди, я попью. Теперь готова. Тут у нас диспелит кто косты? Шаман и фрист только? Сейчас великий книжник Вилфред Непопамс призовет нашего нового противника. Готовьтесь к бою. Надеюсь, вы быстро сдиспелите. Шаман же два стака сразу снимает. Шаман, включи обмен тебе. Ты что? Все, ничего. Приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Че, истерия Валерий, да? Готовьтесь к задвижению! Да. Во, я там священный щит на мутанта кидаю, ты на себя отвечу. Конечно. Юра, останься, да вот ко мне, где я стою. Что, рыбки у вас нету? Саня, Саня, можешь дальше встать? Где-то возле мутанта. Юра, останься в протоколу. Да-да, я там встану. Окей. Вот я прыгаю. Где гном, короче, я там буду. Окей, я до Джеза не достаю, его поселишь. Самогон. Ой, блин, я рыбу не поела. Ем. У меня БРК до 4 минуты, я думаю, что в третьем откатит. Так вот до всех достаю. Я тоже до всех достаю. Красный захиливан, желтая Израиля. Врата бейте, да? Да, да, всем врата. Захилю себя. Магон. Захилю самогона, не достаю. Я тоже. Ну, сейчас как-то уже достаю. Все эти заклинания на меня. Дальше, встань на место заклинания. Стак, 5. До конца. Все, побежал. Персия, диспель стаки, пожалуйста. Шаман тоже, по два стака шаман. Персию захилю. Быстро захилю. Как я сейчас буду вулкан сливать эти вулканы? Калмукан. Стаки, Персия, стаки. Стаки, потом вулкан. Гона захилю. Себя захилю. Снимайте тряд, пока. Кто максус поможет. Самогон кинь мне, Инер. Хаталу попер. Он не ворка, я тебе кину, Инер.
тебе все. А, напиши себе макрос, типа собаком, имя, ктопал или что-то такое. Он кидал, он клинканул КД. А. Лысый захилен. Зрули на себя. Блять, не вовремя, это пинок не. Это его пояс падает, да? Врата. Врата, врата. Окей, захилю самогона. Я на месте, Лёха. Делай. Делай, трэш. Ё, отводи, отводи, отводи там. Блять, опять. Спасибо тебе за пинок. Стаки. Стаки, ребята. Диспельте все вместе. Самогону захилю. Самогону захилю. Убивать. Рексис. Вот и все. О, смотри, град. И шея, офигенно. Ну, шея мне не надо, а вот поэт... Все равно здорово, поздравляю. Почему вы говорите то, что я правую бил? Я бил левую, я перестал левую бить, когда на ней 5% осталось. Надо было добивать. Чё вы остальные ДД не можете добить ее, что ли, 5%? Ну я очень долго добивал. Еще кто еще не видел, заметьте еще кто-нибудь пояс. Успокойтесь. Ты что, не видел его? Отойдите оттуда лучше. А, нет, все нормально. Берите, пожалуйста, этот тему. Продолжается. Чё-то Персия вообще не дамажит по сравнению со злым. Может, у неё что-то... Она добрая просто. Может, она не мультидотит, не знаю. А тут мультидотить-то особо нечего, блин. Да и смысл вообще мультидотить, когда мы идём на очи. Мультидотал, я хрен знаю. Нет, злой не мультидотал, злой не тупой, чтобы на ачивку такой херней заниматься. Надо тогда спросить, что как делать. Наверное, Персия не играет через взрыв. Они играют. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. А чё ты улучшенный взрыв разума на 5 не вкачала? Они вкачала? У нее на 4 вкачали. А ей не нужно на 5. На 4. Не надо, да? А, нет, ну... не нужно на 5. Я думал на 5, ну сорян. О, кстати, а взрыв разума режет хил, прикольно. Да, на 20%. Сражайтесь во славу. Блин, надо эти каски обновить, сейчас я обновлю план. И кулак тоже там заканчивается. Что-то и крест, пожалуйста, обновите. Обновите крест, пожалуйста, 5 минут вещи. Слышь, Перси, а почему ты ответил первый сначала? Да, оно нахуй не надо. Ну, я бы не сказал бы даже. Да не, оно нахуй не надо, поверь мне. Да я скажу даже больше, даже шаману в этом гире хоста не нужна, Сань. Значит так, Ваня. Заберешь все ДК. Первым сольем чернокнижника. Второго сливаем мага. Потом сливаем шамана. Все стоят, пока Ваня забирает ДК, и я на себя забираю паладина. Остальные чуть-чуть на агру, потом только пойдете, ну, все будем бить. Я фир дам, ух. Эй, только шамана не бейте, пока я не пью. Так ретрик бафает каски, Саня, а ты бафаешь кулаки МП5. Мы с ним поменялись. Ладно. А, кстати, вот, Дилвес, ты можешь справа обойти и дать сап шаману. Я так и сделаю. Первую звезду убиваем, потом... Да, только не врывайтесь, ворветесь спустя 35 секунд. Мы их на себя сагрим. Надо, чтобы кто-то вердру поконтролил, я думаю. Испейте вердру, кстати. Один
крутой ты. Сюда попал. Сорян. Маз диспел, пока я там кастую Персия. Персия, ты будешь диспелить коты? На рестор салю дайте и каплю. Диспелите этого волка. Опсни, блять, не ёб. Персия, ты можешь подиспелить? Знаешь, что диспел? Рестор икс диспель хоты. Рестор икс диспель хоты. Рестор икс диспель хоты. Вы можете подиспелить, алло? Да никто не диспелит вообще. Ну не упадай. Резать ее? Я рез. Всегда первый рез отдаю. Персит, ну, может, в прошлый раз ты не давал, ты мутант упал, да не давал. Потому что я залагал. Ты диспелишь, уход не знаю. Я не знаю. Можешь точечно диспелить, Персия, точечно можешь диспелить? Все могу, мери, пожалуйста. Я не ору, я же спокойно говорю. Ты орешь. Просто смотри, висят три хоты, и их никто не диспелит, да? Бегайте, я не знаю, что ты делаете. Даже три на диспельте. Ты лучше Геру, а? Да, давай Геру. А что потом будет? Ну, ладно, болейте. Давай, Инер. Валера, одевай. Сейчас дам. Сейчас. Салат, все, дай давай, вихрь этому друиду. Дай вихрь этому сове. Алло, ой, друиду. Да стой, там хоты висят. Арчи, ты можешь диспелить хоты? Ты что, дурной? Перси, диспель. Перси, возьми, точечно, пожалуйста, точечно. Я все это вайп, короче. Блин, прожимаю. Не вай, все в порядке. Так, все, я буду сил вес. Скажите точечно винду, я вас сверху, алло, пацаны. Трестер, можешь подиспелить, пожалуйста? Я похилю, только подиспель. Скажи по мне пинать, я сам себя захилю, сейчас. Подними перс. Поднимать ее, Вова? Да, поднимаю. Никто шамана, я не стрелю. Видите, мага лучше. А вот иди этого поводил. Просто я дорешал. Где крикнул как-то? А мне нету. Можете магу косты посбивать. Или они сбиваются? Тут сбиваются, все останется, все теряются. Мне просто прилетать по 15к. Нет. Можешь фир дать во всех. Башка. Выйти вот. Поводи, да, я тебе дал два. Давайте разберем. Да не кидай уже вихрь, давай лучше этому шаману. Да не вешайте вы корни по КД, вы же не вешаете эту херню. Как диминиш. Пойдите, друиды. Валить без доску будем убивать? Нет, подведи поближе, подведите чуть-чуть поближе к центру босса.
Ну и подожди. Бабло быстро. Блин, кляните рассеивание. Она на первом месте. Мне не ШП сейчас интересует. Я просто прошу линкануть рассеивание. Так, никто босса не запускает. 5 минут стоим курим. Да, надо Лина, Лина, пойдем пока штруделя надела. Ну, типа, у меня маку, я его уже офнула. Не надо? У меня один остался. Я пока Valorant пойду, это... Пока пойду чайник. О, чайник, чайник. Давай, я могу чайник. Сейчас завести, мне не сложно, в принципе. Выходи тогда, я тебе дам плюшечек. Все равно 6 минут бомба, ФК-6 еды. Окей. Короче, Персия, выноси на панель уход в тень. Страх, потом призыв Пета. Так, ну за рефразом у тебя стоит. Блин, тучкой. Че еще там на ШПшке, не помню. Вампирик Тач, понятно, волшебный огонь. Все, висит на тебе. Волшебный огонь — это сова. Это внутренний огонь. А, ну да. Там нужно самое главное, этот фир нежити на пятого босса. Там что нужно будет фирять. Потом я вспомнил, волшебный поток на панель тоже выноси. И бендины какие-то клавиши, чтобы если что. Вот уход в тень. Очень хорошая вещь. Мало ли там агро набираешь, смотри, прожимаешь и все. Это тоже не канон. Палец навесила, чуму. Пытку фул кастанула, тыкнула боль. Выживай. Вызываешь питомца, прожимаешь, флетишь. Как-то так. Все, хватит тебе или еще? Ну хватит, хватит. Один и тоже дилвейс, выноси на панель длань жертвенности сакру и длань спасения. У меня все не так выносит, но я кидаю, короче. Если длань жертвенности на танк, то лучше не стоит, меня тут же прошибет. Ну, на хила. На крайний случай уже кидаешь на рестера, например, либо на меня. Нет, кстати, не-не-не, я ж могу спокойно там кинуть. Бабл просто на себя щелкнула, а на тебя длань. Вот, и тоже длань спасения, это сальву, которая агро снижает. Вот, тоже, если там смотри, можешь вынести весь рейд на фрейм. Ну, я вот со стандартами играю. Длань спасения, если у нас рога есть смысл. Чего? У нас рога есть, зачем мне кидать какого-то длань спасения? Мало ли на всякий. В следующий раз, вот если пойдем сюда. На рестор это сейчас сальву кинул. А, я понял. Это что, комбо не бежать за хилами. Да, хорошо. Я нашел ладно. С пола пока бессмысленно буду кидать. Первую пачку я дам слева покаяние и потом знание зла. Уже на второй пачке я уже так кинул потом, да. Только два мома могу держать, пока не все. Раз, эльф крови, два вижу, три, четыре, четыре волшебных потока, три стана, один фир, варовский фир, ух, хорошо. Вы про чё? Разве не жить? Типа про... Ну типа про контроль. Нежить и антифир там, да. Это, где три тела? Я только две вижу. Сейчас
Сейчас босс наедет. А мы что сегодня, как дела? Мы сегодня как дела? Мы же в 3 хила опять не убьем, у нас ДПС не хватит. Ну у кого из вас ДД есть? Давайте убьем Валик. Не, мы убьем их 3 хила. С урезом. Должно ХП проседать. Просто... Мы не убьем 3 хила. Здесь тем более много хила не надо, зачем нам 3 хила? Согласна, я не думаю, что мы убьем 3 хила. Но проблема в том, что нет ТД. 3 хила убивается, если этот трэш, вот когда он перевелся, да, и пошла вот эта уешка по рейду. Трэш один можно убить, а потом только дать геру. То есть уже по фазе поехать. То есть под босса подвести трэш. Чтобы вам меньше трэша было, тогда мы можем убить. А то у тебя будет 6-8 мобов, и ты сдохнешь. Я еще не уверен, что захилю это, если рестор в Варшаме будет. Ой, в Элеме, точнее. Не уверен, что с Друлины захилим. Уверен? Где я уверен? А вы где? ДФБ. А? Привет, Кирилл. Привет. Ага. Давайте убьем это дерьмо и пойдем домой. Кто там, Вова, заходи, у нас 10 секунд. Ну вот, я лечу. Если там снаружи кто-то есть у вас, мам, сейчас прилечу сам. Ну, увидимся, мы не будем слышать. Да, не надо. Он когда еще повесится, будем еще больше ждать. Не повесится, нормально все. Выходи, Сумаль. Дай лапу с ногом. Так а что там хилить на нубе, я не понимаю. Там нечего хилить, там, ну, мобы просто накопятся, если мы не будем передамаживать. Дело не в том, что хилить, а в том, как хилить. Там же нужно, типа, определенным образом держать хп рейда. Ну, просто Пеппер держит танка, ты просто рейд держишь, чтобы не проседал сильно, никто не сдох, и все. Ну, там не так просто, там ей надо ходки. Сколько меткости надо? 6% милику? 8. Бля, у меня вообще не такая меткость здесь. Протокол. Да. Ты символ-то поставил что-то там? Есть у паладинов какой-то, нет? Не ставит символ на этот. А нет, не стоит. Ладно. Прилетаю к вам. Тут босс, короче, на реакцию. Надо успеть переключиться. Стойте с порталом, чтобы вы смогли его нажать, когда надо. Сразу. Может, уже начнем? Как бьем? По обычной тактике? Да. Нет. Ну как, начинаем все как обычно. Когда будет спецспособность, если спецспособность будет на моей вальке, даете рост, чтобы переключиться и быстро слить другую вальку. И сбить ей бабу. Все готовы. Лишь сплотившись, вы сможете пройти. Слудите только внимательно там, слушайте. И поставь слава метку на себя. На тебя будем ориентироваться. Шуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Ставьте. А рот тьмы. Вместо ДД. И они не стакаются. Не стакают. Да, я сисну когда. От портала от светлой сущности подальше отойдите. Сейчас мы сейчас какие, короче, сферки должны ловить? Вы темные, я светлые. Вообще. Так вообще-то, если у тебя темный портал, значит ты темный ловишь. Если ты белый портал, значит белый. От светлых бегайте. Если будете на месте стоять, мы не захилим. Сферки ловим, обязательно. За квадратиком там держимся. Пошли. Если сверки две летят, то лучше не ловить белую, чем словить черную. Согласен. Сейчас ловим темные. Скрытик ближе,
меняем. Рост. Не надо. Зачем рост? Зачем, блядь, тупые? Да, тупые, ладно. ДБМ нельзя прочитать, какая спецспособность, что ли? Сейчас светлое ловить. Да не, просто рост вообще никуда ушел. Это же прям. Отстой, отошли там. Отошли. Чай. Куда вы пошли? Смена цвета. А, это я был. Ой, ты такой тупой. Давай самогон поднимай его. Хильте его от танков держу, вы дальше за хильте. Темное ловите. Идите к выходу туда. Мы примем любую. Давайте 5. Даже минут 5 сейчас покурим тоже. Да ККД нет. О, это у тебя нет? Ты же умер? Плава, лучше помолчи, наверное. А, я вспомнил, у нас же в прошлом трае, по-моему, анхолик был или нет? Нет. Не было. Да хз, ну ка линканите там ДПС. Будет тебе такое испытание. Не убьем пихила, это однозначно. Да. Не было у нас анхолика. Да, кстати, каска слетела. Ну, у нас был вместо одного шипа другого шипа, а вместо Валеры был Элим. Все. Все остальные люди также. Ну хорошо. Норкс дамажит больше, чем Элен. Персия меньше, чем Злой. Ну, получается то же самое. Только с урезом хила. Не, ну, типа попробуем. Я вообще считаю, что вместо третьего ретрика нужно было взять демона, то есть третьего пала, а Пепперу сделать типа ретрика на некоторых боссов. И тогда вообще отлично будет. У меня есть демон. Звездочки. И стоим все звезды. У тебя есть демон типа со шмотом? Не-не-не, там девчонка знакомая демона есть, но я в ней не уверен. Серсея? Я, кстати, то же самое сказала. Кстати, Серсея можно было бы взять, если бы она хотела. Ну, типа, надо что-то делать. Типа, может... Я думаю, что вдвоем вы справитесь должны, и типа, Рестера хотя бы спекнуть Велима. Пусть в этом шмоте, но будет доп. ДПС. Блядь, не знаю. Тут не должно убить, как бы, ну. У нас есть три паладина, там капли на Джеза дадут, там, когда жуков будет много, там. Не, можно капли, ты гонишь, там паладина под капли убьет на второй фазе. Какие капли? У нас есть ШП, которая даст контроль, протопал, которая кинет контроль, потом холипал, который может кинуть контроль, и ретрик, который может кинуть два контроля. Чего вы несете? Не, можно просто кикнуть Войда и взять злого. Я согласен. Идите в жопу. Да, можно. Злой не придет. Злой на работе. Короче, как будем выступать? С одной стороны, еще звездочка, сюда будет выходить Ира, Персия. Выйдешь и дашь этот скованный нежити Мабу на второй фазе, когда мы дадим рост. Я скажу, когда выходить. Выйдешь, дашь Мабу с этой стороны. Ретрик выходит с противоположной стороны.
И эти мобы. Я слева буду делать покаяние, если возьму. Ну, слева ты что-то смотреть. А? Вот с этой стороны Персия будет, еще звезда стоит, значит, с противоположной. Если мобы будут выходить с одной стороны, получается, ближнему дается сап, дальнему дается скование нежити. Фласки с медведями, там шаман, пускай фласки пьют. У нас сейчас 5 контролей в натуре, просто 5 контролей. Там будет, ну, я думаю, там сколько? 2 пака, наверное, максимум выйдет, да? Больше. 3 пака. Больше. Ну, 2 пака мы можем всегда держать в контроле, и третий пак, ну, будет держать протопал. Ну, это ж фигня. Просто самое главное, чтобы люди, которых на какие меточки поставят, ну, ориентировались и следили постоянно за своими законтрольными целями. Можно уже начинать, там рост от КДшится. Так, что еще раз делаем, короче, Вова, объясняй. Стоим на переходке, ты даешь команду, Персия выходит, короче, вправо, да? Контролит моба, да, слева ретрик. Да, выходит вправо, делает выходит налево. Подожди, сейчас я скажу, как на спеке ты будешь. И дают, ты назначь лучше сразу на всех мобов, чтобы давали контроль. У нас, ну, 4 человека, которые раздают контроль. Ну как назначу, получается, выходит там по одному мобу. Они, ну типа вот первых два моба одни. Первые два моба одни, это Перси и Дилла. Вторые два моба я и Пипер. И кто? И ты. Дашь ему знание зла и все. Че, дать гнев небес? Изгнание зла. Ло. Фир. А, который на 20 секунд его фиряет. Вот что я предлагаю. Получается, после того, как он закопается и обратно вылезет, мы подводим босса под переходку и ждем вылаз мобов. Мы убиваем мобов и как раз переводим босса. И первый пак будет, ну, первый пак контролем, второй пак, если что, уже, если будет мало хп, я подержу на себя. Там не надо второй пак держать, у нас контролей достаточно, гоните. Третий пак придется только держать. Персия дает сковывание на минуту. Я думаю, мы меньше минуты будем бить вторую фазу. Потом Ретрик дает покаяние тоже на минуту. Фир там на 30 секунд, по-моему, дается от паладина. На 20. Ну, типа, ну раз 20 секунд обновлять фир, это же херня. Да. Это, смотри еще, короче, мы кидаем с тобой джесс изгнания так, зла. Я не хочу вас перебивать, но тут Рестер Икс спрашивает, по какому ему спеке быть. В Элеме пускай. Давай в Элеме спекайся, но держи всегда волну. Чайник получается. И большой или мелкую волну. А не, лучше большую волну. Тоже на панели, чтобы можно было быстро подхилить. Желательно какую-нибудь клавишу там Е, что-нибудь что у тебя забиндено. Чтобы можно было подхилить рейд или рейд там. А ты уверен, что я когда буду выбегать и кидать изгнание зла, рейд не просядет, танки не упадут? Вот в это время. Стой, ты стой, вот где ты, смотрите, право, если моба, вот стой где-то между Анубараком, блин, и мобом вот тут, чтобы тебе не ходить далеко. Окей. И на второй фазе, когда вот это вот будем контроль, Рестер Икс получает за 100 ПДД и будет, если что, подхиливать танков. Поставьте рыбку, пускай он ману аус одну. Давайте еще раз лаще. Лина, развесь колючки на всех миликов и танков. Угу, сейчас. Приставав, я не вижу на себе. Часто на первой фазе также стоим, короче, под боссом, да? Контроль даем, да. Гнев небес. А на первой фазе зачем контроль? Колючки на всех все равно всех? Надо давать, или нет? Гнев небес давать или нет? Станы надо, да. Станы все, надо. Гнев небес я скажу, когда давать. Окей, только ники называй и говори. Я вынес все на панель. Изгнание зла и гнев. Так, я голосом включил, чтобы проще было. Так, все готовы, давайте, все звездочку везем.
Деньги, начинай. Погоди, пятяк. Нормально все. Ребят, там на переходке не умрите, забегите на лед. Трэш? Сливайте трэш, сливайте трэш. Да сука, ёбаный попал. Саня, не сливай сильно ману, хорошо? Давай, запрещу помощник вообще через 5 секунд. Сливайте трэш. Босса не бейте, сливайте трэш. Я готов дать там, если что. На лёд. А вот и гости заявились, как и обещал господин. Милики, не бейте, пожалуйста, скоробеек. На вас повесится дебаф. Пожалуйста, не подходите к ним. Ди вот. Бегать. А это не решает, это ерунда. Она не решает, но она типа дополнительно идет. И она очень долго висит. Это смаш. Яды. Тут уже 3 стака висит. 4 стака на ретрике. Поближе, к лужам находите, мало ли что. На всякий случай. Да, ветрик может скинуть бабу на стаки. Войд, там, не подходи, пожалуйста, на тебе 2 стака. Ретрик, перестань, пожалуйста, на тебе 7 стаков. Ты понимаешь, как этот дебаф действует? Или нет? Давай, заводи его. Эти боссы. Ну как и переход. Давайте сливайте еще стрейч. На 30%. Кого накинь? Потом сливайте стрейч. Так, босса никто не бьет, сделаем еще один так. Босса никто не бьет, вообще. Да зачем никто. Ждать, там 33%. И что, через 10 секунд трэш появится, его надо убить. Босса никто не бьет. Сейчас переведете, там 1%. Не бейте босса, алло. Это без разницы. Мы могли, кстати, уже переводить. Без там разницы, убьем трэш и будем бить, переведется или нет. Давай, Джесс, лови, чтоб сзади меня умерли. Вот здесь, Фоса, бейте. Ты можешь с одной стороны вышел? Сливайте, трэш. Бейте, босс. Все здоровится. Не здоровится. Дюбас. Готовьте контроли уже. Готовьте, я только хил. Готовьте контроли. Вышли. Кто контролит, выходите. Все, это можно. Все, отлично. Запомните своих моего, бейте босса теперь. Я вот сакром. Давайте, меньше хилы. Цену мне склавать проблемы, ёб твою мать. Давайте, бейте. Фильм там. Так, второй это так поможет. Следующую купить. Пачку. Могана, самогана. Блин. Капец, не выдаете. Блядь! Ребята, град! Да ладно!
Да. Ребята! Сделали это! Алина, можно написать. Я и Лема, короче, буду собирать. Ох, у меня аж руки трясутся. Что будет, чем чаром делать эти отчеты? Я трясусь, как девственница перед зеркалом. Слышь, теперь знаешь... Это было сложно. Давайте заходим весь чат. Молодцы, ребят. Кстати, вот я хилила нон-стопом, у меня хосты прям очень-очень плохо было. То есть я типа нон-стопом хилила, но все равно репик кидал.